Здравствуйте, друзья! После того, как в Турции не стало возможности пользоваться российскими банковскими картами, а также снимать с них наличность, встал острый вопрос, как же снять наличность с этих карт, чтобы в дальнейшем пользоваться деньгами. Для решения этой проблемы можно воспользоваться сервисом «Золотая корона». Для этого нужно скачать одноименное приложение, заполнить простую форму, состоящую из данных отправителя и получателя, ввести сумму и данные карты. Чтобы не было комиссии при переводе, нужно отключить уведомление по SMS, оно будет в конце заполнения. После того, как вы переведете деньги, вам нужно будет прийти в пункт выдачи «Золотая корона» или же ее партнеров, которые будут указаны вам в этом же приложении. После того, как вы придете в пункт выдачи, вам нужно будет дождаться подтверждения вашего перевода, и после этого вам выдадут деньги. Это проверенный способ, мы им уже воспользовались сами, и все работает. Если появится какой-то еще рабочий способ, мы обязательно его проверим и вам о нем расскажем. Если вам понравилось это видео, не забывайте ставить лайки, подписываться на наш канал, также не забывайте про колокольчик. Можете написать свои проверенные способы в комментариях, а на этом я с вами прощаюсь. До новых встреч, друзья!